как Мартинс. Ага. You know? Так. I used to have Dr. Martens. Что good? The shoes. Ага, this one. With skill cap. Бам-бам. Спрашивает, что за... Old. Что за этюд? It's no quality. Вот in Madrid. I used to have Dr. Martens. It's the... for the woman, yeah? Yeah, this is for you. You know, you can just go here. That's why it's... Прикол уж. How to put down this seat? А, нормально. Обычные велосипеды, а то велосипеды, какие-то велосипеды. Так, вот эти вот. Так, сейчас, друзья, секунду. А спросить, что там нельзя нажимать или все можно? Что за тормоза он говорил, которые нельзя нажимать? Мне кажется, твой вес ниже, чем мой. Но у меня спортивный, для профессоров. Может, я лучше не для профессионалов. Ой-ой-ой. А ключи же нам нужны. Не ключи, а как они называются эти? Где ключи? Если мы их ставить где-то будем. Да? You said that you have some lock, so if you like... So? You said there? That you have some... Ага, there. Yes, okay. Is this one the key? You have to keep it in one bag or something? Yeah, of course. Yeah. Mm-hmm. You can grab both. Yeah. And then... Yeah. Отлично. Like this is close. Uh-huh, uh-huh. Like this will open. Uh-huh. Okay. Все понятно. This. Ты хочешь пониже сделать? Да. Так, в общем, друзья, вот такая вот выдача велосипедов у нас сейчас происходит. Дело в том, что он нам про эти велосипеды говорил. Сейчас мы на них будем кататься, но он сказал, что они дорогие, и поэтому на всякий случай решили у него спросить, что там, он какие про эти тормоза говорил, он починил сейчас эти велосипеды, говорил, что то ли назад нельзя крутить эти педали, то ли вперед их нельзя крутить, не знаю я. Я знаю, что обычно велосипед садишься и просто едешь, как нормальные люди, но мы же сейчас находимся в Европе, и велосипеды не наши, поэтому сейчас узнаем, как все это сделать. Is it fixable? Ah, it's kind of... Попихай, пожалуйста. Maybe I can press and... Не, она не будет больше пихаться. Там это специально стоит амортизатор. Uh-huh. Maybe it doesn't work anymore. Это только если вон ту штуку оттуда. Yeah, it just go itself. Это специальная штука. Has to be like it. Я боюсь, что мы так до вечера протянем. Давай. Скажи ему, что все окей, все нормально. I don't know. I think okay, it's just no problem. The normal height. That one. Mm. Такая вот деревня у нас, друзья, находимся у Альваро. Живем сейчас у Альваро, в нашей деревушке. Вот сейчас на велосипедах, наконец-таки велосипед. Дело в том, что он изначально сказал, что будет велосипед, и мы приехали. И потом получилось так, что один велосипед сломан. Вот, но сейчас он его починил, и очень трудно, говорит, он чинился, очень большие с ним проблемы были, это какой-то немецкий велосипед. Не такой, как все, и, в общем, целая история с ним была, поэтому yes. Сейчас изучаем этот процесс. Там он не сделает его ниже, можно хоть okay. полгода может там возиться. Может, ты его возьмешь? Разницы нету, но на том-то еще сложнее. You can move, maybe be closer. Скажи, все нормально, ничего не надо делать. Вот этот сейчас пусть сделает. Скажи, что не надо, а то это... Просто я бы хотела нормально ехать, а не опасность на первом повороте. Ты вот смотри, что ты сейчас, ты что хочешь сделать, что ближе, а ниже?
Так наоборот, тебе неудобно будет, если ниже. Он слишком высокий. Потом увидишь, ты его обратно поставишь. Да, я тебе говорю. Альвар, выходной сегодня, да? Free day today, Alvaro. Of course. Yes. Weekends off always. Teachers don't work in the weekends. Учителя не работают на выходных. Today? Only one? И Saturday? Ага. Два дня, конечно. Два дня, да? Ну, не знаю, может. Ну, что, думаешь, в воскресенье начинает работать? Не знаю. Может, они в субботу, как евреи, не работают. Ты не учился в школе? Когда я в школе... Когда я в школе учился, я все равно... Для меня всегда были выходные. А учителей тоже? Учителей я за их расписанием не смотрел. Я их очень редко видел. О. Ну все, ты сейчас как это, немецкая фрау будешь ездить. Это вот этот он чинил велосипед или другой, не знаешь? Вот этот? Ну, тут вроде обычная система, наоборот. А, хотя вон там какие-то замудрёжи есть. Это вот здесь вот эти вот. Это вообще спортивные велосипеды. Вот лично мне нравится обычный велосипед, когда ты едешь, когда ты назад вот это нажимаешь, педаль, и, как сказать, то есть тормоз происходит из-за этого. А не когда назад, вот ты назад, если педали крутишь, то есть даже тормоза нету. Просто я привык к старым этим. На таких не ездил я. Отстаю от времени. Ну все, теперь будет везение вот этот руль крутить. Эти штуки можно с собой взять на всякий случай. Вот эти вот. Давай садись. So make a bit closer. Like that. Like here. Не, так неудобно тебе будет. And then we move this one up. Подни. Closer. Ага, окей. You prefer closer? Yeah. Тебе так неудобно, но что ты не поднимаешь его? Он потом поставит наверх. Только просто это ближе, а потом он наверх поднимет. А, типа закрепит, чтобы? Все понятно. Only because that one, yes, if you like this. Да, замудрёжено здесь. Замудрёжный. Ставит. Вот здесь камера где-то стояла. А, вот. Все вот на вход направлено. Так. Сейчас. Здесь что-нибудь нужно? Спроси у него. Okay. Все, просто водить и все, или может какие-то прибамбасы есть. This bicycle is only to drive and or it's something to think about. That one? You that's just a normal mountain bike? Обычный. Ага, ну все. Ну, в общем, понятно. Here, you know, changes here. Up. Down. Up, down. А скорости что ли? Ничего себе. Yeah, and the brake. For the front, the brake. For the back. Так, что такое брейк?
It's pretty... Ага, это тормоз, я так понимаю. А вот это, а, спросите, brake? Эти... А, brake? Ага, ага, понял, брейк, yes. Ага. And this one, the gear, this would be for... Вот эти скорости надо... For the big one, here in the front. Угу. And this one, it would be for the little one down there. А, на заднюю. Скажи ему, что он обычный этот поставил, обычный, нормальный USB. Right now, it's kind of okay. But you wanna, you know, you change it and then you can make it like a much harder. Like you when you go downhill, for instance, downhill. Mm-hmm. Yep. You put this one. Если вниз едешь, то on three. Третью, ага, третью скорость. Yeah, on вторую. Three. And it's like much harder. So every time you move it, uh-huh. You go like really, really fast. But you get the opposite. Mm-hmm. When you go uphill, mm-hmm. And then you have to go maybe two or even one. Down here, and then the opposite here, you know, the smaller, the harder is, like, so if you are like going downhill, little one, if you're going uphill, big one, you know what I mean? And right now it's kind of flat, right now it's not really сейчас нормально, да? Here right now, okay, отлично. If you think it, you can go even, you know, it's this too, you know, you go like okay. Too much and then you make it a bit harder here. То тогда надо сделать побольше скорости. Все понял. Normally, normally you change these ones because they are a little change. This is like more drastic change, more like there's much more difference between the little one, middle or the big one than for these ones, if you know what I mean. Sure. Good. When you change that one, it's just a little change. You feel maybe less or more, depends, up or down. But if you change this one, the difference is much bigger. It's like, oh, there is a lot of difference. Yeah. So you normally use this one when you're like flat, and then you see all of a sudden, boop, you go uphill. Or the opposite, when you're like this, and then you all of a sudden, you go downhill, then you change. To the big one. So it's two, like yes. Kind of speed. Yeah, it's more difficult. Yeah, and this one you use here the change the gears, and then you have the gears also. То есть это задняя, это передняя. Front, back. Front, back. It's the front. The front. You can leave the front for a while if you haven't used the gears once. But then only change with this one. But then if you go up. Really, really up, then you might need to change with this one too. But you know, если там конкретная гора, то слева. Ну, в общем, ну все понятно. Is it better now? Yeah, да, друзья, как вы поняли, вот так вот люди извращаются, когда придумывают еще раз велосипед. Поставили несколько передач. Восемь передач. Так, а как обратно их мотать? А, вот. Так, вот вроде бы это было. Да тут сколько передач, интересно. Раз, два, три. 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 Так, что там еще? Столько движений, столько движений на катании на велосипедах, это уже. Что-то по этим горам. Так, все. Что сейчас еще надо сделать? Сейчас он покажет, как надо тормозить. Это серьезный процесс, да. You need some of this or this one. Давай вот эту вот одну возьми, которая только что была. Туда ну ладно, пускай там будет. Окей. Все нормально. Wait. Also we have light. Maybe now. Right now, no light. But this, you press. And it will be the light. У меня еще есть, оказывается, фонарик. Yes. You press this one. And comes out the light. You pull, no light. You press, light. Okay. No light, light. Okay. The front is broken. You only will have the back. But anyway, there's still some reflections.
Курсы вождения на велосипеде, друзья. Кто не умеет. Так. Как вы только что увидели. No problem. You, you know, no pedal. But if you pedal backwards, it will stop. It breaks. Ah, okay. You know what I mean? I know. You go like this, you know? Yeah. You just no problem like that. Так, легким движением ног крутите педали. Потом в нужный момент делаете обрыв в заднюю сторону, и происходит тормоз. Вот так вот. Ага. Все отлично. That's the one from the back. Okay. And the one from here. Mm-hmm. And to change from 19 one. Mm-hmm. It's 2-3. You see? Mm-hmm. Держите стабильную скорость. But you also can get you speed up more. Mm-hmm. But to speed up more, you have to be either flat or going downhill. If you go uphill mm-hmm. and you try to speed up, it's gonna be very, very hard and you're gonna be okay. stopped. So if you go uphill, it's better with one. No? With one. Mm-hmm. And downhill is. And downhill okay. 7. Okay. В общем, наверх. If you are, наверх, and if you are, тогда маленькую скорость. Если and in the middle, побольше можно делать. Uh-huh. Right now in the middle. Средняя. With three. В общем, надо быть. You know me. Uh-huh. Okay. Скажи, что yeah. ты все yeah. поняла, иначе мы сегодня не уедем. You go front, and then you go back, uh-huh. it breaks. Отлично. Okay. We get it. Прекрасно. Go back, and it breaks. Uh-huh. Okay. If you don't move it, nothing uh-huh. happens. Okay. And this one? А здесь я знаю, Альваро. You know? Спасибо. But you know how to change these ones? Да, все, я понял. But this one you can go backwards, no problem. Mm-hmm. This is the one I use normally. Mm-hmm. Ну да, лучше показать, конечно, а то я не доеду, давай. Жалко, что у него задних этих. The one at the back. Mm-hmm. But in order to change, you have to move. Yeah? Mm-hmm. So like this, you will go faster. On 8 here. Mm-hmm. And if you go somewhere up, a bit uphill, you change to this one. Mm-hmm. Uphill here, and uphill here. So it's a bit softer. Or you want to go very slowly, there in 4-5, mm-hmm. no problem. Or you go really, really fast, 8. Yes, 8. And then also this one. You change. This is the hardest. У меня уже голова кружится. Yeah. Three here uh-huh. and eight here. That's the hardest. You can go. Okay. Grasa. This one right now it will be like going downhill. You go downhill mm-hmm. and you move a bit and you go really, really, really fast. Three and eight. But normally you would put maybe in the middle. So here the two. Mm-hmm. It would be better. It's really hard to move it. So you put, you go down one here, and it changes to the one in the middle. And you change. You see? Mm-hmm. It takes a little time to change. You have to move to change. Надо ехать, чтобы менять. Менять, ага. Все, Грасса, супер учитель, супер, как там, учитель? Тичер, супер тичер. Окей, thank you. Так. If you need some air in the petrol station, you have adapter. If you think that is losing plenty of air, because I put the adapter as well, so you can go to petrol. But it's not losing anything. It's fine. But you think, you know, because with the adapter it's losing something, mm-hmm. and then take it out, only the golden one. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you. Enjoy. Today is not the best day, but in the evening will be really nice. Going that way will be nice views. Mm-hmm. Okay, I'll go and see you. I will go. Well, you try and then you decide.
Я думаю, если с великом будет просто пешком. Бай-бай. Бай, Альваро. Мучос грациос за супер обучение. У нас Альваро, друзья, в школе работает учителем. Я так думаю, что ученики, когда сидят на его занятиях, они просто мечтают, когда же этот урок закончится. Ну а с другой стороны, если он обучает, я думаю, там уже конкретно после его обучения, вот показывать 5000 раз, какой маневр нужно создать, то из такой школы будут выходить только или полные дебилы, которым нужно все потом будет объяснять. Ты че? На тормоз нажимай! Так, друзья, сейчас совершим маленькую прогулочку на этом велосипеде. О, вот эта жетуха пошла! Жизнь моя жестянка! Блин, мне не нравится то, что здесь тормоза ручные. Это очень непривычно. Это очень непривычно. Так, ну что, будем привыкать к велосипедной езде. Смотрим, что из этого получится. Пока все, смотрите обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.